Сразу после свадьбы новоиспеченные супруги отправились в Финляндию, где у Лидии Федосеевой-Шукшиной есть своя недвижимость. Известие о свадьбе музыкального продюсера Барри Алибасовой и народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной стало полной неожиданностью для многих из коллег по творческому цеху и поклонников. И это неудивительно, ведь Барри Каримовичу уже исполнился 71 год, а его избраннице и вовсе уже 80 лет. Сразу после свадьбы новоиспеченные супруги отправились в Финляндию, где у Лидии Николаевны есть своя недвижимость. После того, как внучка актрисы продала ее квартиру в Санкт-Петербурге, Федосеева-Шукшина решила переоформить на себя имущество за границей, опасаясь, что Анна избавится от всего наследства. Говоря об отношениях с Лидией Николаевной, Барри Алибасов сравнил их брак со сказкой, у которой непременно будет счастливая развязка. При этом музыкальный продюсер надеется, что до финала им еще далеко. Это похоже на сказку, да, русские сказки, там всегда в финале такой позитивный конец. Я надеюсь, что нам до финала еще долго. Но в этом позитиве наших отношений мы, наверное, проживем подольше, отметил Барри Алибасов в одном из выпусков программы «Звездный репортаж» на телеканале «Москва-24». Высказался музыкальный продюсер и о тех слухах, которые стали появляться в прессе после его свадьбы с Лидией Федосеевой-Шукшиной, добавив, что в ЗАГС их пригласили на одну из регистраций брака в качестве свидетелей. Однако позже они сами решили скрепить свой союз. «Я ее затащил обманом, завязал ей глаза, она не видела, где расписалась, и не знала, куда она пришла. Но, конечно, это чушь, когда мой помощник Сережа попросил меня и Лиду быть свидетелями на его бракосочетании с его женой. Мы решили, что раз идем в ЗАГС, давай зарегистрируемся». Вот и вся схема, заверил Барри Алибасов.